Елена – единственная женщина на волейбольной площадке. Она играет в паре с мужем Евгением. Их романтические отношения начались несколько лет назад на тренировках по пляжному волейболу. Спустя годы они продолжают играть в любимый вид спорта, и специально для них организаторы изменили формат турнира и разрешили участвовать в семейной команде. Он играет, я играю. Детей бабушкам, и поиграть нужно хоть разочек. Семья Гутниковых играет и в классический, и в пляжный волейбол. Летом всегда на свежем воздухе. И хотя площадка пляжного гораздо меньше, здесь есть другие трудности. Из-за песка тяжелее и бегать по всей площадке в паре. То есть один, например, на блоке, а другой должен закрыть то место, куда, например, нападут, угадать, ну, либо добежать. Евгений согласен с супругой. Он отмечает, что на песчаной площадке волейболист становится универсалом и должен быть одновременно защитником, нападающим, уметь правильно поставить блок и дать хороший пас напарнику. Сил много надо тратить здесь. В пару на пару, когда играешь, выкладываешься полностью. Пляжный волейбол в нашем городе пока не относится к массовым видам спорта и воспринимается как экзотика. В открытом турнире ядерного центра участвовало всего 5 команд. Соревнования проводились по круговой системе, то есть каждая пара провела на спортивной площадке по 4 встречи со своими соперниками. 3 пары – это постоянно тренируемся мы на Боровом каждый день, когда есть погода. 2 пары вот новые образовались – отец с сыном и молодые люди пришли. Тоже приятно, что новые лица появились. В эту субботу, если позволит погода, на пруду Боровом состоится открытый городской турнир. Формат будет зависеть от количества команд-участниц. На соревнования приглашаются спортсмены и болельщики. Елена Грицко, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.